испаноязычные все. Уинкс с мячом. А передача на Трипье. Атакует Тоттенхэм. 31 минута. Подача. И опять вовремя. Играет и четко. Удар по воротам. Гол! Великолепный гол Кристиана Эриксона. 31 минута. Эриксон пробил в лед в нижний угол. И здесь Кинг выручить уже Миллуолл не смог. Ну, тут шансов никаких не было. Кристиан Эриксон. Али. Пас на Дайра. Дайр на Сона. Сон на правом фланге. Ну, чуть-чуть так притормозил. И бьет по воротам. И второй гол. Вот он. Два удара практически с одной и той же позиции. Эриксон низом, а Сон с подъемом. Вот так. Верхом и точно в дальний угол. И снова Кинг. Выручить Миллуолл не смог. Мы здесь опять же дошли вот к этому матчу. Никакой поблажки себе. Никакой, так скажем. А сейчас удар по воротам. 3-0. Сон в передаче Трипье. Великолепная передача от этого правого латераля. И удар Сона сразу в касание. 3-0. Это уже победа. И Тоттенхэм празднует эту победу заранее. Кто ждет Тоттенхэм? Его ждет 19 марта. Сейчас смотрим. Кристиан Эриксон. Гол! Забивает Дели Алли после передачи Кристиана Эриксона. Эриксон. Гол и передача. У Сона дубль. Так что, видите, тут дублем отметился и Эриксон. Но только вот если не два мяча, а гол и передача. Вот он. Дэвис. Вперед. И снова Сон, неугомонный Сон. Удар по воротам. Йенсен делает счет 5-0. Тоттенхэм громит представителя третьего дивизиона. Винсент Йенсен. Давненько он не забивал. Последний раз он отличался как раз в кубке. Четвертый.